Все-таки интересно, что же ты от нее впереди? Не знаю. Только мне очень хочется, чтобы она была счастлива. Ну что ж, надо сделать все, что в наших силах, для того, чтобы было так. Ой,
точно, что это было сделать, чтобы сидеть с девчонкой. Что ж, по-моему, сидеть с девочкой это наказание. Наказание хуже. Ее только тронет, она сразу запищит. Возьмите свадьбу. Девочка, никому.
конечно, желать на все твое время. Можно к тебе мамочки? Иди. Ну, о чем сегодня? Не понимаю, мамочка. Они умерли. Значит, их нет. А их наградили. Ну, как можно наградить тех, кого нет? Ты вот о чем. Видишь, девочка? Они герои. Они поднялись в небо так высоко, когда их еще никто никогда не поднимался. И вот пройдет много лет, а люди все равно будут о них помнить, так как будто бы лишь. Но вот ты. Означает галстук на твоей груди? Почему он красный? Галстук на груди пропитан кровью сотен и тысяч, почему он красный? Им надо дрожить, как частицы великого красного знамени. Yes.
счастье — это когда ждешь чего-то хорошего, вроде подарка. И знаешь, что непременно будет, только точно не знаешь, когда будет, что будет. Знаешь, не знаешь. А по-моему, счастье — это быть таким, как Павлович. По-моему, придумать такой аппарат, чтобы нажать кнопочку, и каждое пожелание исполнялось. А по-моему, вот если Спартак наклепает опять Динамо, вот это и будет самое настоящее счастье. Вот так. О, вот это счастье! А что ты говоришь? Вас запутали. Что такое счастье? Какое такое счастье? Просто все хотят быть счастливыми, но каждый по-своему. А все потому, ребята, что человек создан для счастья, как птица для полета. Ой, ну что? Клади свою лапу сверху. Ну вот, дай мне теперь слово, что с этого дня и с этого часа мы с тобой друзья на совсем. А теперь прибавь, что хочешь, я для тебя все сделаю. Что бы ни было, плохого или хорошего, все теперь достанутся у нас на пополам. Ладно. И мы во всем должны помогать друг другу. Помогать. И никогда друг другу не давать. Конечно. Если кто-нибудь, мы все равно кто, скажет, потеряли про меня плохой, то мы один раз это должны заступиться. Но я за тебя кого хочешь поплачу? Мы никогда ничего не будем скрывать друг от друга. Я тебя могу, когда захочу спросить. Ты о чем сейчас думаешь? И ты должен ответить сразу и только правду. Но ты уже через суд. А по-моему, это и есть настоящая дружба. Знаешь, зайчик, давай так. Если я тебе сразу не смогу ответить, ну никак не смогу, я тебе сам скажу, честно. И тогда уж чего не приставать. Идет? Кто здесь? Это мы, Сергей. А вы забыли, да? Чего вы сюда забрались? Борис, тебе давно уже пришло. Тебе пришел отец. Отец? А кто? Может, я тебя внизу просила? Кто это? Что у нас? Я пойду. Ничего, дедушка. Не правда ли, какой сегодня хороший вечер? Очень хороший. Thank you.
18. А сейчас можете идти по домам. Да, девочка, теперь они живут в городах. Оставь карту. Сердце обозревали в Москве. Сердце рвут на части русскую землю. Там можно внести, сказал я. Я опоздал. Сами садись. Следовало спросить. Как же они на земце объединило русский народ и единой воли к их изгнанию? Народ от мала до велика поднялся на решительную и бесстрелку войну. Вот почему наша отечественная история эпоха смутного времени есть действительно великая эпоха. Вы, конечно, знаете, ребята, о Минии и Барсе. Так вот, не только войти народ отличается, но и самые простые, безвестные люди оказывали чудеса самоотверженности, чудеса храбрости. Так вот, ну-ка, Соня. Что ты знаешь о подвиге Ивана Сусанина? Ну-ну.
нашел деревни в Токио, на недалеко от Костромы. Там очень пустые леса и мало дорог. Так, а что ты делаешь? Однажды к нему постучали. Он открыл дверь, а там были байки. Их было очень много, целая дверь. Они ждали нас в путь. Но они не знали дороги и стали грозить ему и требовать, чтобы он их провел. Ну, ты не пошел с ними. Они целый день шли лес. Потом наступила ночь. Повалил пустой снег. Но Сусанин вел все дальше и дальше. А лес становился все хуже. Так что деревья можно было пройти. И тогда Сусанин сказал им всю правду, что он их нарочно завел, и что теперь они не выберутся отсюда. Предание сказано. Его пытали великими пытками, мучили и кроили спины и ремни, но он, Степан, ничего не сказал. Молодец, господин Янцев. Ну а дальше? Дальше я знаю стихи. Это Ривьера. Можно я прочту? Читай, читай. Предателя в мире во мне бы нашли. Их нет и не будет на русской земле. В ней каждая честность младенчества любит. И душу измены своим не погубит. Кто русский по сердцу, тот гордый смелый и радостно гибнет за правое дело. Ни казни, ни смерти, и я не боюсь. Не дрогнув, умру за родимый ус. Смертистый, тишая кровь я погребу. Вот. Что случилось, Бориса? У меня убили. В Испании отца, ребята. Ужасались. Ничего. Ничего не жили. Ничего. Скажи, устав хорошо знаешь? Хорошо. Но что ты считаешь самым важным в уставе? Комсомолец обязан быть беззаветно преданным родине и быть готовым отдать за нее все свои силы. А если понадобится жизнь? Так. К этому мы все должны быть готовы. И всегда. Но вот сейчас. Сейчас ты пойдешь домой, будешь на керосинке греть ужин, завтра пойдешь в школу, потом надо будет учить уроки, все пойдет как обычно. А вот здесь выставим, смотри-ка. Вот. Прямо через раз, две, три, четыре строчки. Аккуратно посещать комсомольские собрания. Быстро и точно выполняет задание организации. Ну, как ты на это? Так это все это само собой разумеется. Ага. Само собой разумеется. Ну, правильно. Все это само собой разумеется. Правильно. Пойди сюда. Посмотри. Ну, что ты там видишь? Ничего. Ничего. А звезды? Ой, верно. Ты какие яркие сегодня. А вот сначала ты их и не заметила. Потому что звезды, они тоже само собой разумеются. Много есть на свете такого, что само собой разумеется. Секретарь, который получает, да вот вроде меня. Собрание нагрузки, выпустит газеты, учиться на отлично. И слова все как и вкусные, обыкновенные. И все это само собой разумеется. Я понимаю. Знаете, раньше я сама уже думала об этом. Это про географию. Про какую географию? А вот я как-то смотрела на карту, и доктор думала,
следующий, как раз это год. А вы знаете, что это Москва. И я подумала, что нужно просто так, просто смотреть на карту. Ты увидишь, что это другие тысячи, что она стоит. А если по-настоящему посмотреть, ты представишь себе сразу, какая конкретная и широкая, и как посмотришь вода, и как ты можешь подобрать. И как мосты где часы на башне. Тогда это не было. Очень трудно увидеть то, что уже давно само собой разумеется. У тебя нету какой номер билета? На, смотри сама. Смотри, пожалуйста. Всего на три номера разница. Ну да, в середине еще я и кажется, Борис еще. А Петька уже потом. Чего Петька потом? А может еще что-то там что-то тут? Ну как? Позвонить можно? Ну уж это само собой разумеется. И там есть деньги лично. Стол за один бы перед этим сел. Так вот я стала считать, вышло 41 дело. И какие все дела? Так ведь то Лина. Ну да. А мой ленинский комсомол. Ой! Порядок, Борька! В десятку попал! Сливенская, на линию огня. Спокойно, Смодниянская, спокойно. Сексы точнее. Держи рука. Опять? Кто тебе позволил заниматься футболом? За 10 дней сделать все. Подвор, это физкультура. Понимаешь, что это? Бег из первого. Я его в ворота. А он из ворот. Я его снова. Если бы тебе половину моих способностей по математике, а мне твоих по литературе бы. Кстати, как у тебя дела с Олимпиадой? А что Олимпиад? Ничего, Олимпиад успевает снаружи. А ты каждый четверг ходишь? Не пропускаешь? Ну, ты сразу ухожу, сразу. Здорово-то! Слушай, ты должна мне что-то
рассмотрели, значит, извлекаем корень. Ничего. Здесь его должны занимать. Я здесь первый школ. В чем суть? Как все? Мы поставили пропаду нашего комсомольца. Никто себе не грамотность. А, постой, постой, такой был брысенькой. Ну да, ходи. Матку уже роли видел. Как? Ну так два раза был, а больше мы его не видали. Видите ли, он заболел. Заболел? Ну да, заболел. И теперь буду заниматься я. Вы кто? Правда. Так вот, товарищ Правда. Я вас очень прошу в следующем четвергу оповестить всех неграмотных. Ну, я не знаю, сколько раз я их собирала, а теперь они всякие доверие потеряли. Ты, конечно, виновата. Я это сознаю. Но дело было так, мы с Петькой Васильевым стали строить бурю. Бурю? Ну да, бурю. К себе на химках. Мы очень увлеклись. Но просто бы ей не хватало все время. Ну, а тут старуха, она сказала, что ее в могилу пора не учиться. Ну, вот я и... Ну, в общем, все. Так, ладно. Ну, а что скажет Дубла? Фамилия не выполнил взятых на себя обязательств. Кроме того, он, как самолец, поступил нечестно. Собрал. Я предлагаю дать ему выговор. Строгий. Ты пойдешь с нами? Нет, мне не хочется, девочка. Девочка, постой. Я с тобой не разговариваю. Уйди. Ну, почему, зайчик? Ну, ведь я же уже получил строгача, теперь уже все в порядке. Пойми, ты мне больше не друг. Понимаешь? Нет, друг. Ну, как не друг? Нет. Ну, как ты мог? Как ты мог? Врать, глядя мне прямо в глаза. Ну, Союз, я же тебя не как другу забрал, а как другому. Ведь мы же по комсомольской не поставились. А по-другому? Боже мой, что ты зачем споришь? Что ты несешь? Я ведь нам действительно не о чем разговаривать. И, пожалуйста, я тоже прошу, больше ко мне не приставай. Собственно, куда вы торопитесь? Как куда? На ревиз? По-моему, это не входит в ваши обязанности. Можете отправиться домой. Ничего, что мы росли счастливы. И что герои наши добрые.
И пофиг, и тоже добрый. Нет, ты понимаешь, что я хочу сказать? Тебе не кажется, что все это слова, которые всегда просто так говорят? Ну, что все это само собой разумеет? Очень хорошо понимаю, зайчик. Только я меньше рассуждаю, чем ты. По-моему, если надо будет воевать, то и будем воевать. Но уж если будем воевать, то само собой разумеется. Победим. Они добрались до наших книг. Ты ничего. Ты можешь с ним стать. Ничего. Мы не позволим им. Мы уничтожим их. От них не останется даже следа. Я это знаю. Я Ревиль. Мы с Петькой боялись, что у нас ничего не выйдет. Ну, чтобы решать возраст. Мы не хотели раньше времени болтать. Нас даже сначала слушать. Но мы им там уже все доказали. Мы свой такой возраст боялись. В общем, нас приняли.
далеко. И я буду там. Как идет? Ты понимаешь, Зайка? Ты понимаешь, Зайка? Сначала у нас ничего не выходило. Ну, а потом, когда уже получилось, ну, как всегда, бывает вдруг все сразу. Ну и сразу вот такой мир. И сразу нужно отправляться из Москвы черти куда. И мы еле-еле успели сбежать от тебя. Беспокоилась. Тревога за тревогой у тебя всю ночь. Ты запаздываешь, по-моему. Совсем как Франсушка. Мамочка, я ухожу на фронт. На фронт? Да, мамочка. Только я все. Мамочка, мамочка, ну не надо, ну не горюй, милая моя. Ну ты ж понимаешь, мамочка, ну я не могу иначе. Мамочка. Зоя. Ну, мама. А мне, мамочка, сложно решено. Вспомни сама, чему ты всегда меня учил. Мам, я не могу быть другой. Я что-то не помню. Почему это сохранилось? Ты не
Скорее,
словно их поделали. Посекли, поморозили. Ходили по разумам и сегодня. Стос! Сколько есть твоей крови? Как мне укрыть? Прикрыть? Выпусти? Доченька, ты моя горькая. Как поминать тебя? Я не знаю. Милые вы мои, все кончится хорошо. Обязательно хорошо. А мне не страшно умирать. Это счастье уберечь за свой народ, за свою страну, за правду. Что за мной? Что за такое? Товарищи, будьте смелее, борите с врагами. Берите, ждите, грабите фашистов. Все равно победа будет за нами. Помните их! Нас 300 миллионов! Что? Прощайте, товарищи!